Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артём, и сегодня я вам покажу очень классный тренажер, которым я пользовался после школы, чтобы подняться на 10 этаж. И как вы уже, наверное, догадались, этот классный и замечательный тренажер – это лестница. С ним можно сделать очень много различных упражнений для укрепления ног. Так как я профессиональный теннисист, я пользовался временем, когда возвращался со школы, с огромной пользой, поскольку я не использовал лифт, а поднимался всегда по лестнице. И делал я это различными упражнениями, которые я вам сегодня покажу. Итак, первое упражнение, которое я придумал на лестнице, это скрёстный шаг по ступенькам. Так, просто становимся боком и будем идти на. Сейчас вы это увидите. И еще один очень важный нюанс. На лестнице всегда все упражнения лучше делать наверх, поскольку вниз, если вы будете делать какие-либо упражнения, это довольно опасно. Так, становимся боком и будем бежать на берегу. Сейчас я вам подробно покажу, как правильно бегать с крестным шагом по лестнице. Так, становимся боком. И первый шаг мы делаем дальней ногой от лестницы. То есть мы делаем шаг сюда. Второй шаг мы делаем на следующую ступеньку. И следующий шаг опять накрест на следующую ступень. То есть быстро это будет выглядеть вот таким вот образом. Сейчас я вам еще раз покажу, как я это делаю. Как вы могли заметить, я всегда стараюсь бегать разным боком. Иногда я даже меняю бок во время бега, потому что это очень полезно и сбалансированно разрабатывать все группы мышц. Так, сейчас я вам покажу бег со сменой бока посередине. Начинаем мы правым боком, а закончим левым. Поехали! Для начала я вам советую бегать по лестнице лицом вперед. И после того, как вы привыкнете бегать по лестнице, придумывайте различные упражнения, которые подходят именно вам. Итак, вот мы уже все и побегали, очень устали, хорошая тренировка. Всем советую бегать по лестнице, очень хорошо укрепляет ноги и вообще очень хорошо укрепляет здоровье. Главное, аккуратненько, чтобы без никаких инцидентов. Итак, с вами был ваш личный фитнес-тренер Артём. Подписывайтесь на мой канал Артём Уфитнес. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы, всем пока!